У тебя есть мечта? Недельки две с тобой пробыть на необитаемом острове. Чтобы вообще никуда. Как Робинзон. И пятница. Ну, вроде того. Жизнь сложная и непредсказуема. И прямо сейчас вам кажется, что вы готовы к переменам. Представь, что я в костюме, в бабочке. Но! Если что-нибудь с моей семьей случится, с женой, или со мной, я тебя из-под земли достану. Сука, тебе как только из-под вас выбивается стул... Вором достала! И с этим приятным боем! Вы стрессуете, паникуете. Да я вообще не знаю, где ты работаешь, откуда ты приезжаешь. Мне вообще все равно! Сходите с ума! Так есть ли выход из стрессовой ситуации? Сильнее можешь? Да. Но для этого вам необходимо пройти определенный путь. Пошел. Вон. И принять неизбежное. На вторую неделю карантина принцесса превратилась в тыкву. Американский психиатр Элизабет Росс разработала метод 5 стадий принятия неизбежного. Поэтому вам необходимо пробыть на карантине 2 недели. 2 недели? Не, у меня самолет. Сегодня я, психолог Альберт Щуцкий, расскажу вам, как выбраться из стрессовой ситуации. Блин. Итак, поехали. Сознание, решаем топить в вине воспоминания. Настроение стоит на половине шестого. Тоска приобретает вкус полусухого. Сидит полулетает в режиме полета. Тела не уверена в поле в субботу. Маша! Ну что ж ты со мной делаешь? Я тебе. Мы болеем друг другом хроническим. Отличный борщ получился.